Ну, идем. А это... Чувак, я хочу маме это отправить. Блин, это китаец. Вот это китаец. Там был только что проходил. Этот чувак стал уже китайцем, он скоро год здесь будет. Это ему в копилку положить? Да? Ну да, да. Копилка. Администрация города Миуинь. Ты можешь купить винтовку и кого-то пришить с окна. С окна, да, да. Сам задумал. Тем более, если я промахнусь и попаду в другого, я ему никто не заметит. Что я убил никого. Ну, просто выстрелить какого-то китайца, убить его, и никто не заметил. И такие, блядь, потом в конце типа говорят. Блин, у нас, по-моему, сегодня одно убийство. Сколько всего? Одно? Да. Ну, ладно. А, не, а кого убили? Ты какой-то узкоглазый. Да. Я вот такой, батя Россия. Чувак, научи меня так делать. Я просто не выкупаю, в чем смысл. Я так делаю, у меня ничего там не появляется. Только звук. В следующий раз, когда будешь плевать, я так возьми руку, так в руку плюнь и покажи, что показать? Ты. Может, там какие-то ништячки. Просто вот эта Маша из Владивостока, которая приезжала, она тоже так в итоге делала. Ты серьезно? Иногда прослеживалась за ней. Когда так девушки делают, когда гуляли. Сейчас такие сидим, Лена, такая.